День второй. Что с голосом? День второй, дубль первый. День второй. Знаешь, пошел день второй. Не-не-не, ребят, на самом деле не верьте ему. День второй. Все четко, день второй, все сука, круто. Сука, проспали. Не свети в глаза, пожалуйста. Выключить солнце? Выключи солнце, выключи камеру. Пойдем рыбу ловить. Для удачной рыбалки надо только хорошее настроение, ребят. Только хорошее настроение. И вера в то, что мы найдем сегодня рыбу. А сегодня второй день нашей рыбалки, и я думаю, все будет круто. Неужели мы и сегодня не упираемся в рыбу, Серый? Мы никогда не упираемся. Она бывает, нас упрется, деваться некуда, поймаем. Вот Яночка, мы проспали чуть-чуть. Ну ничего, еще у нас есть пару часов. Да не, ну как проспали, ребят? Ну вот 6 утра. Вот приколюха, что это, крыса, да, мышка плывет? Ну знаете, у этого, у Савашгира есть приманки, короче. Всякие утята, мышата. Блин, нифига. Я вот на самом деле первый раз вижу такое. Что мышь плывет, да? Не трогай природу, пускай вот она плыла. Или плыла, куда она хотела. Пускай занимается. То есть ты считаешь вмешательство не нужно? Не надо, нет. А то, что рыба плавает, а ты ее ловишь. Я же отпускаю все. Все, она погнала по своим делам. Сереж, ну вот если честно, внутри, в глубине души тебе стыдно? Да там вообще скребут кошки за мышкой. Хорошая рыба? Ой-ой-ой, братан, такого полосатого я вообще не видел. Да ладно тебе. Может, я на эмоциях еще с утра не проснулся? Хороший полосач. Ну, это сколько? Это, может, грамм 700. Да ладно тебе, 700, братишка. Может, больше чуть-чуть. Я думаю, килошка тут есть. Может, просто он на ПВХ лодке таким большим кажется? Я сказал, горбатый. Я сегодня опять, короче, пролетаю, блин, над веселкой, просто весело и этот, с улыбочкой. Стоп. Нет? Блин. А что, стап надо, да? Хорошая рыба? Сейчас попробуем, братан. Фрикцион затянут намертво? Ну да. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Кто ж ты такой-то, а? Как его зовут? Фамилия его быстро. А не окунь. Кагалайт, ты видел, что вытерпел только что? Ты? Как ты так с просони, блин? Ну, это не окунь, это целый, вообще, не знаю, сазан. А он шел как этот. Как судак давил, да? Ага. То, что больше мордой трусит, а этот... Ай-яй-яй, какой-то... братишка, вообще. Не ручной, брат. Нет? Вот такой вот он. Веселовский. Монстр. Горбатый. Не, ну круто ведь, да? Да круто, да. Такие подкилошные окушки пошли. Ладно, ребят, убираю камеру, тоже хочу половить. Зачем тебе, брат? Слушай, а я вот воблер кидаю, и у меня пока вообще что-то не алё. Ну не трофейный, совсем не трофейный. Ну, не трофейный, братишка, ну, но... Ну, такой съедобный, потому что тех больших, я не знаю, что выпустить их придется. Я думаю, большую в куни, да. Ну, да, потому что они нахрен не нужны. По вот сути, мелкие, по гастрономическим свойствам они никакие, конечно, здоровые. Вообще, я даже не знаю, что... Ну, кроме там, знаешь, филе снять, а так они в еду, в принципе. Мне точно они не пригодятся. Ну, палку-то он не сломает себе, Серёж? Уф! Он уже под лодку подошел, уже под лодкой стоит. Так ты подтянул стаю, получается, ну, да? Братан, ну стоит мне, наверное, убрать, да, воблеры? Да, лови, на джиг и это. Не выделывайся. А так ты, блин,
С этим воблером так и не поймаешь веселого настоящего горбача. Сейчас поймаю. Вот будут, сейчас. Осенью ты ловил? Осенью, да. А что снимать, если у меня тоже рыба? Как ты себе это представляешь? Мелкая рыба, Нет, как понять мелкая рыба? У меня рыба ого-го, а у тебя эгг. Смотри. Хороший горбач, да? Вот, мой сегодня вот, первый красавец. Где красавец? О, хороший парнишка, да, такой? Ну, грамм 600, может, 700. Думаешь, да? Угу. Может, больше. Ну, что, хороший, да, курил? Да, кайф. Красавчик. Захотел рачка покушать, да? Стоит поставить якорь, да? Какой это, Сереж? 17-й? 145-й? А? Блин, хороший окунь, а? Почему он здесь такой вырастает, серый? Потому что большой водоем, большая акватория. Кормовая база. Хорошая кормовая база, да. Блин, весь закрывающий губы. Угу. Аккуратно берет. Офигеть. Братан, я думаю, в большей части нашей страны люди просто вообще не представляют себе поимку такой рыбы. Что на самом деле. Вообще такие окуня есть, да? Да, что окунь под кило, это типа норма, знаешь. Ну, блин, очень круто. Мимо. То есть он и там есть, да? Да, чуть поглубже кинул туда. А ты взял, да? Угу. Красавчик. Сошел? У меня 4 схода подряд, как такое может быть? А я иду. Есть! Слава. Дмитрий Андреевич тоже разловился. Он не трофейный, но это окушочек. Ой, иди сюда, братишка. Слушай, резину сбил, блин, офигеть. Черт убери, мой любимый китэч пропал. Вверху идет, да? Ох, красавец. Ты все на рака, да? Угу. А я все упорствую, ловлю на все, кроме раков сегодня. Значит, Димка ловит пока только траву. А дед Сережа, блин, тягает хороших мордатых окуней. Как будто воблер этот, крэнк. Да? Не тянешь, да. Когда поднимаешь его снизу, да, упирается так. Хороший, блин. Ты с чем мы с ним будем делать? Братан, ну, да ничего. Уже, наверное, не нужно уже, да? Нет, я думаю, нет. Для массовости, знаешь, да. Потом запечатлить можно, в принципе. Ну, смысл. Мы так, люди, поверят, что мы много, наверное, наловили. Ну, мы, конечно, немного наловили, но ты много наловил, братан. Я пока еще по окуню вообще. Красавец. Может, потом клюнет у нас, да, когда-нибудь? Конечно, когда будет весить килограмм от... Оп, и ушел. Красотуля. Вот видишь, я вот с окунем почему-то не дружу с местным. Заметил, да? Угу. Опять? Угу. Оп, братан. Трофейчик, да? Хотел тебя заснять, а тут такое дело, извиняй, извиняй. Он не трофейный, о, у тебя хороший. Опа. Это довесок, короче. Поздравляю. Спасибо. Держи. А ну-ка, секундочку. Такая тема прикольная. Короче, я действительно, ребят, походу, окунь это не мое. Потому что у нас в сером вот дуплет произошел. Я думал, окунька нормального цепанул. А это такой карасик неплохой, блин. В Сереге окушок сидит, блин. Не знаю, что сказать. Не окунятник я. Не окунер. Не окунист.
ты гибридер. Да. Может, стоит переходить мне на мирную рыбу, ребята, а? Ее подлавливать. Ну да. Честно, кайфа нету. Вот. Такой вот китэч соблазнился. Карасик. Бам! Лето, жара, Веселовское водохранилище. Всем привет. Рыбка, рыбка, рыбка. Кто там, Сереж? Я не знаю. Башкой чего трясет? Морда не трясет вообще. Не трясет? О! О! Вот такого у нас еще не было, да? Кто это такой? Это? Лещ? Лещ. Офигеть. Что-то, говорю, башкой не трясет. Он проголодался, кот. А ну на что он хапнул? На рака. Блин, ничего себе, да, прикол? О, говорит, а кто это, говорит? Он копченый, вкусный? Лещ, говорит, а он большой и не маленький. Да, слышь, в Веселовском леще можно, знаешь, что? Что? Костей можно только похавать. То, что он худой, да? Да. Сразу за борт. Давай, валяй. Я думаю, что можно подвести уже итоги сегодняшней утрянки, потому что время уже 8:30, вышло солнце, жаришка, вот, окунь перестал брать. Есть какие-то подтычки, да, такие? Ну да, лещевые. А? Лещевые. Ну вот леща, да, поймали только. У нас что. Без курьезов не бывает, ни одна рыбалка не обходится, да? Ну без белой рыбы нет. То карась, то лещ. Я сегодня и карась, и лещ. Я думаю, надо как-нибудь снять выпуск про фидер, да? А то мы все что-то вокруг да около белой рыбы джигуем ее случайно. Надо как-нибудь целенаправленно, может быть, выехать. А может и не надо. Ловить, вот вчера мы пробовали. Раньше 5 вечера нет смысла выходить вообще на воду, потому что жара невероятная стоит, еще и ветра нет практически. Но да. Сегодня еще, знаешь, хоть чуть-чуть поддувает, да, пару метров? Один. 1 метр надо, да? 1. Приедем на берег, устроим рыбацкую кухню, да? Заведем тачку, включим кондей, и надо поспать чуть-чуть, потому что, ребят, жаришка, конечно. Да и рыба неактивная. Что делать? Серый что-то кашеварит. Что там, братан? Ну, в котелке, конечно. Какие ингредиенты ты засунул в котелок? Ничего, яички. Яички, тушенка, да? Тушенка, да, сейчас гречки. И да, гречка туда, короче. Досыпем. Усё, что было, да? Да. Я его слепила из того, что было. Да? Вот она, ребят, рыбацкая кухня. Мы хотели заморочиться с окунями в фольге, но что-то с этой погодкой что-то вообще не до окуней. Ну жарко, да, не кайф. Не до фольги. Деле. Но вечером сделаем, да, куней в фольге по-любому. Ну или закоптим. Ну и закоптим. А, ты хочешь и закоптить? И закоптить, и в фольге, и в фольге, да, братан. И Денис еще кричит, сейчас я приеду, будем еще шашлык жарить. Да. Ты не лопнешь, деточка? Нет. Да, у нас сегодня банда пополняется, ребята к нам еще приедут. Если дорогу найдут. Ну да, объяснить на самом деле вообще нифига не просто, да? Машина пока охлаждается, потому что после обеда поспим часик-другой. Лодочку вытащили, подспустили немного, потому что не надо хранить баллоны в накачанном состоянии на таком солнце палящем. Вот. Водичка, кстати, кайфовая. После обеда и часика сна, я думаю, что вообще с огромным энтузиазмом и с энергией поедем ловить окуня. Ну, с судаком пока, ребят, что-то у нас вообще все грустно, на самом деле. А вот окушок подлавливается и хороший. Особенно у Сережи подлавливается. Я как-то так, сбоку припек у меня. Серый, ну, может, ты научишь меня окуня ловить, а? Вечером. Расскажешь мне тайну прям свою? Прям я за руки буду брать и будем учиться. Да, все-таки пару часиков сна в машине пошли явно мне на пользу. Я снова полон сил, энергии и готов ехать ловить крупного окуня. Сейчас пойду и у Серого разбужу. Уже пора вставать. Дядь Сереж. Доброе утро. Угу. Не хотите ли вы начать ловить рыбу? Хотим. Давай, просыпайся. Короче, Димон отправляется на тяжелое боевое задание.
воровать, короче, окуней у соседей. Все, Димон, погнал. Слушай, ты сколько узлов ты навязал? Я там сделал так, чтобы никто не отвязал. Даже я. Вот настоящий джик, а. Вот это джик. Ну что, давай, какого накопчения, какого нажареху, да, будем разбирать. Сереж, ну давай по-быстрому рассказывай, что это такое? Это приправа, которую мы будем сейчас закладывать в лопушко. Ага. Чтобы было вкусно. Да мы в фольге, да, собираемся, да, вот то, что сделать? Ты чеснока хочешь туда надавить, да? Да, чесночка надавим чуть-чуть. Угу. Ну, что еще? Чеснок, сметана, лимон, да? Нет. Без лимона, да, ты предлагаешь? Перец будешь добавлять? Да, перчика добавим. Ну, знаешь, почему мы не будем лимон добавлять? Потому что у нас его нет. Есть, два штуки у меня. О, так, да, классно. А, горчицу еще нужно добавить. Да. Главные герои, да, подошли? Да. Первый брат-близнец получает свою дозу. Уже ветерок такой раздувает, да? Прям хорошо, ну, да. Жары нету, это дикое. Рыбка отправилась на угли. И сейчас по 15 минут с каждой стороны будем трапезничать потом. Думаю, очень вкусно должно получиться. Пиво еще пока холодное. Термоящик выручает. Пока жарится наша рыбка, мы решили, что мы можем себе позволить налить по стаканчику пива. За рыбалку. За отдых. И за вас, ребята. Че, Денис звонил, да, говорит уже? Да, они уже в веселом, скоро будут. Он с кем, с сыном? Он с сыном, да. 10 лет. О, ничего себе, такой молодой, да, уже? Да, будущая звезда ростовского футбола. Рыбак, футболист. Красавец парень растет, что? Судаков долбит на джек он в Дону. Ну, здорово. Ну все, кусочки готовы. Сейчас одного, наверное, скушаем. Одного ребятка поставим. Какая красота вообще. Ой-ой, замечательно. Супер. Здорово, здорово. Как добрались. Здорово. Привет. Привет. Как доехали? Нормально? Да, нормально вообще. Пробку как-то побыли. Здорово, Дима. Помчали. Семен. Здорово. Семен, здорово. Взаимно. Чудо, нас уже все тут папарацци снимают. Конечно. Все, приехали рыбу ловить. Да. Семен тут уже спиннингом машет. Он же на веселке ни разу не был, прикинь. Первый раз? Первый раз, парень. Ну что, капитан, рыбу поймаешь? Угу. Да? Я кальян взял. Вы посудочку. Придется. Что-то я. Посудочку? Да. А, мы вот судочка не можем найти, только окуня на самом деле. Да меня все устроит, лишь бы ловилось. Да мы его как-то не искали особо, потому что жарко, тут 2 часа рыбалки. Ну что, ты какую я самую крупную рыбу ловил? Судака на кило 85. Кило 85? Ну, 80. Не, кило 800. Он в том году на кило 800, да, судачка припорол. На джиг, да? Не, на отводной. На отводной. На отводной? А сегодня на что будешь ловить? На отводной? Нет, на джиг. На джиг? Серьезно? Все очень серьезно. Короче, это... поедем кайфовать, отдыхать, жиговать. Это больше отдых. Это не совсем рыбалка. По снастям все то же самое. Приманочки вот такие решили кидать. Я думаю, для окуня вообще самый смак будет. Ну что, Серый, настрой. 150%. 150% на удачу. Ну, давай. Вечерка, второй день. Ребята к нам подъехали. Ждем, пока они выйдут сейчас на воду. На выходе из балочки решили покидать чуть-чуть. Не на воду, а на воду. Не на воду, а на воду? Да. Или ты из вологодской полиции? Ага. Вологодский ОМОН, руки на купот. Руки на купот? Да. Мордой трусит.
Ну, так значит, окушок, скорее всего, да? Вышли на вечерочку, вот. Вторая постановка и хороший горбач. Красавец. Красавец, Серега. Такой. Пищевой стандарт. Please don't stop the окунь. Сереж, в чем твой секрет? Расскажи. Хрен его знает. Сам не знаю, братан. Как-то. Клюет, ловлю. Окуни любят тебя, братан. Ну, они ж тут тренированные. Решил немного утяжелиться, поставил 8 грамм. Потому что немножко не хватает, не хватает. В траве, да? Ай, красота! О, хороший, а! А, ребят, это еще и не совсем окунь, я вам хочу сказать. Опа. Красавчик, брат. Первый зачетный судачок. Да? За вторые сутки. Братишка, давай 5. Поздравляем вас. Вот, ребят, смотрите. Эх, здорово, блин, а? Опа. Под самой лодкой, да. Опа! Вылетел, красавец. Тоже не против, да, силикончика такого? Кушок. Что, Сёма поймал что-нибудь хорошее? Семён? Да. Да, он уже сколько-то, 3 или 4. Давай, покажите. Там такие 2 баса есть прям вообще, короче. О, нормально. Они реально как сазаны, да, такие? Ну, я не знаю, ну килограмм по-любому там, да? У меня весы есть в Сузуке. Кайфово, кайфово. Я думал, ни разу не ловил. Ну что, все довольны, да? Он, семейный экипаж ловит окуня. Мелкий тоже вытащил что-то здоровое, да? Круто. Ладно, помчали дальше. Забрал, наконец. Так же идет, туго, блин. Как не окунь. Кушок. Двенадцать грамм в студию. Даже закат не увидим. Небо так тянуло тучами. Че, вы нарыбачились? Кайфанули сейчас. Прикинь, вот сюда, ну, подхожу, он чуть-чуть бель поехал. Ну не прям, что пипец, ага. Но как бы есть бель. Первый заброс, бах, смотрите, заломать спину. Первый заброс, бах, короче. Прям с первого заброса есть, короче. Че, Семен, доволен? Да вообще по полной программе доволен. Все-таки они нас догнали, да? На сороковке. Ну да, еле-еле. Еле-еле, но догнали нас. Ветер какой поднялся, нешуточный, да? 100% завтра точно дует. Там
семейная фотосессия идет у ребят. Пойдем посмотрим. Весы взяли. Ну что, по весу? Сколько самый крупный? Килограммовые вот эти два. Вот эти два килограмма. А ну все, все, щелкни. Что, прикольные, да, вообще? Да, конечно. Пацаны такие. Кабаны, да? Не, ну конечно, твой рекорд тогда на полторашку. Помнишь, когда он поймал? Вообще, да? Вы на что ловили-то вообще? На джигу. Ну, в смысле, приманки-то что? Тиога, тиога. На тиогу, да? Да. И ты тоже на тиогу? Да. Наверное, я не знаю. Я не разбираюсь. А может и да. Закидывай, давай, я пойду там водичку приветовать. Ладно, что, пойдем поляну накрывать, костер разжигать, да? Да, я дровишки привез. О, здорово, впереди сытный, вкусный ужин. Я, правда, поймал своего первого, но я не попал в садок, как всегда. Ну, папа тоже не попадает. Серый. Да? Ну, прикольно, да, ребенок такой вообще счастливый, малой, да? Вообще, малой красавчик, блин, рыбак настоящий. Ну, конкурент у нас подрастает. Ну да, мы в таком возрасте не сжиговали, я нет, тебе скажу. Нет, я в таком возрасте карасей ловил, и все. Фух, погодка портится, конечно. Обещают ветер, да, 5 метров на вечер. 5 метров? А на завтра что по погоде? Завтра на утро 4,4. Угу. А днем 7,1 и небольшой дождь. Угу. До 9 ловим, сворачиваемся и мчим домой, да? А то что-то мы здесь уже прям прижились, да? Скоро нам прописку сделают веселовскую, слышишь? Че, будем сейчас коптить? Слушай, ну мы с тобой выполнили все планы, которые намечали, да? Да, да. Сейчас нам осталось еще грибы только пожарить, чтобы уже для полного счастья вообще. Отлично, все оделись. Никому не холодно, я так думаю. Вау. Это сильный огонь, наверное, для копчения. Нормально. Не, пускай он прогорит. Вот, мяско. Подоспела. Я думаю... Так чё? Что? Дядь Серёжа? Все, мы по-любому не сидим. Скоро нет, будет, скоро не будет, братишка, скоро будет. Рыба будет такая, что пальчики оближешь. Да я уже понял, что я... Ты на футбол ходил сегодня, на тренировку? Да. От Москвы и до морей, раз Ильмаша всех сильней. Чудо обойдет. Красавчик. Такой вот ужин у нас сегодня царский просто. Что кто хочет. Хочешь рыбу, хочешь мясо, хочешь грибы. Эх, ладно, приятного аппетита. Спасибо. Вам тоже приятного аппетита.